Кабан прошел в метрах 50 от меня. Он был на этой стороне оврага, перешел ко мне, а я в другом месте перешел сюда. Первый кабан в этом году. Крупный. Приветствую вас на канале Походный Оптимист. Меня зовут Дима. Я пришел проведать землянку березы в осеннюю пору. Первый раз я здесь после того, как сошел снег. Мне очень интересно, затопило ли ее, потому что почти все овраги по дороге были наполнены водой. Путь сюда был довольно прост по сравнению с зимой. Я прямо насладился. Грязь не так на самом деле страшна, как снег. По крайней мере, было необычно для меня. К тому же мне попался кабан с небольшим выводком на встречу, и наша встреча прошла довольно безопасно на расстоянии около 50 метров. Так, ну что, осмотрим здесь все. Зайдем внутрь. Вижу, что все идеально сухо. Вот эта стена чуть-чуть влажноватая, но она и была тогда, когда я приезжал сюда в феврале. Сейчас все просохнет. Эти стены все сухие. И полы, конечно, идеально сухие. Вижу, правда, бесновались мыши. Представляете, они открыли кастрюлю. Эта кастрюлька была закрыто. А эта баночка с маслом стояла на полке с замерзшим маслом. Они ее не смогли прогрызть. В целом я очень доволен. Поздравляю, друзья! Наша землянка перезимовала в целости и сохранности.
И подарила мне, кстати, здесь теплые и уютные зимние вечера. Сейчас разберем рюкзак, я вам покажу, какие интересные штуки я сюда принес и чем я буду заниматься. Будем налаживать связь в землянке. Итак, я хочу наладить в землянке связь сегодня. Я хочу проверить фотоловушку, которую оставлял еще, представляете? Еще в ноябре, наверное. Потом я ее потерял под снегом, а сейчас боюсь то, что ее затопило рекой. Но все-таки нужно проверить. Так, ну и вообще в этот раз нужно заниматься уже кроватью, начинать второй койкой, возможно, переделкой стола. Работы, в общем, на этот поход полным-полно. Тут у меня кое-какие припасы еще с зимы. Немного масла. Брикет печенья. И армейский сухпаёк. Хотел проверить его срок годности. Годен до 7 мая 2022 года. Сегодня у нас середина апреля. 19 апреля сегодня. В общем, 2 недели ему осталось. Я хочу забрать его. И на днях употребить прямо в походе. Ну а сейчас сюда хочу убрать продукты, предназначенные на эти дни. Там внутри довольно холодно. Так вот, вот эта небольшая самоделочка позволит мне, я надеюсь, что позволит в землянке наладить интернет 4G, представляете, здесь в середине леса. Я пока не на 100% уверен, что оно сработает, но я очень на это надеюсь. Это вот такая вот самодельная антенна, 4G антенна, источник питания 12-вольтовый, маленький роутер с переделанным питанием, под источник питания аккумуляторный. И маленький USB модем, то есть который и будет у нас главным здесь устройством. Интернет в землянке не ловит совсем. Но если немного выйти на полянку, где у меня стол стоит, там иногда можно отправить смс-ку или получить. То есть сигнал, но очень-очень слабый, до сюда доходит. Если есть хоть какой-то сигнал, хоть самый-самый слабый, то я думаю, что усилить его эта антенна сможет, и мы получим хороший интернет
связь, не знаю, там, стримы или, ну, кому что было бы удобно. Ну, чаще всего вообще вот такими самоделками пользуются деревенские люди, дачники, чтобы усилить себе связь на даче. Есть даже магазинные версии такого же устройства. Ладно, будем пробовать. Ну, а зачем здесь интернет, спросите вы? Все-таки природа. Нужно прийти сюда, чтобы от всех отключиться и уединиться. Да, выключить кнопку роутера можно всегда. Но иногда связь просто необходима, если нужно вызвать помощь, например. Если здесь придется обитать очень долго, мало ли, да, какие могут случиться катаклизмы, которые приведут человека в землянку. И связь тогда реально пригодится. Так, сейчас все подключено, но не подключена антенна. То есть работает только модем, сам по себе со своей антенной встроенной. Смотрим, что Wi-Fi сигнал поймал. У меня подключился телефон к Wi-Fi. Сигнала сети нет. Так, пробуем что-нибудь открыть. Может быть, сам модем уже может быть что-то поймать лучше, чем телефон. Все-таки он для этого приспособлен. Нет, абсолютно не грузит никакие страницы. Будем подключать антенну. Я планирую вывести ее в вентиляцию и там уже к дереву на улицу, чтобы она по всей землянке здесь не болталась. Вот в этом модеме есть специальные гнезда, куда подключается антенна. Но это не просто какой-то усилитель, который
положил, и сигнал сразу стал мощнее. Нет, это просто направленная антенна, которая ставится повыше и направляется прямо на вышку. Как же определить, где вышка сотовой связи? Это можно посмотреть на картах сотовых операторов заранее. Вот. Либо какое-нибудь приложение скачать. Но я, к сожалению, когда опомнился о том, что нужно скачать приложение, уже был вне зоны действия. Но если сейчас начнет хотя бы чуть-чуть ловить, я скачаю приложение и попробую по уровню сигнала все дело настроить. Сейчас вижу, что у меня отпаялся контакт. Вот этот. Может быть, плохой контакт из-за этого. Попробую сейчас спичками подпаять. Припаялась. Видите? Ну, очень осторожно надо. Ну что, пока кручу-верчу и никак не могу поймать сигнал. Попробовал уже сим-карты двух операторов. Тоже может быть иметь значение. Но вышки, одна находится там, другая там. В обе стороны направлял, может быть недостаточно высоко. Надо попробовать поднять повыше. Так. Ладно, можно попробовать чуть-чуть попереставлять ее, сделать еще выше, хотя ее поднимал прямо высоко. Но что-то я делаю не так явно. Ладно, пока антенна у меня стоит, пойду-ка я прогуляюсь до реки, пока солнце не село. Хочу посмотреть, поднялась ли вода, если поднялась, насколько, и попробовать все-таки отыскать фотоловушку свою. А что касается затопления оврагов, вот смотрите, соседний прямо овраг. Весь под водой.
а мой там нет. Так что место для землянки выбрано просто отличное. Помните, да, в последней серии про эту землянку я как раз таки... Ого! Дерево свалилось. Очень много, кстати, веток, смотрю, зеленых валяется. И вот надломилось деревище. Я думаю, может быть, насобирать эти зеленые ветки сломанные и закрыть полностью землянку сверху. Вот они прям макушки лежат. Сейчас я закрою все сверху, будет сделано красиво. А буквально через несколько месяцев все это засохнет. Будет мало того, что большая пожароопасная куча. От трубы искра, да, полетит. Вон они, макушки, смотрите, макушка, макушка, макушка. Вон еще две. Дождик пошел, кстати. И вот эти вот макушечки все, они лежат как елки после Нового года, когда во двор все выносят. Так, снег. Необычная вообще погода. Светит солнце, капает дождик, лежит снег, при этом тепло. Все вместе. Обалдеть. Обалдеть. Так высоко поднялась река. Таким быстрым течением. С ума сойти. Все затоплено. Вот это я прямо рад увидеть. Несмотря на то, что моей фотоловушке каюк, она была примерно, ну теперь уже на глубине метра, наверное, вниз. Ой, ладно, вода уйдет, я ее заберу. Быть может, флешка записала что-то интересное. Зимой или поздней осенью. Ну зато какой видок! Какой видок, да? Смотрите, какая скорость реки. Для этого места очень необычное. А высота-то какая? Я же в прошлой весной здесь не был так рано. Я же, наверное, в конце мая, точно не помню, начал приходить. Бобриная нора. Вот обглоданная сосна. А рядом огроменная нора. Может, и не бобриная. Никого в ней нет. Весной самое удовольствие ходить по лесу после зимней спячки. Здесь внизу был пляжик, поваленное дерево, на котором обычно я проводил время у реки. А там что? Надо обойти вообще вокруг здесь все. Осмотреть.
Как оно? Дождик, кстати, вроде прекратился капать. Вода и вовсе поднялась выше оврага, а вот уже и следы бобров. Лягушки. Затишье тут. Но не, фотоловушка моя точно под водой, бесспорно. Но как же красиво. Буду, ладно, разбираться дальше, пробовать сетью. Сейчас вот по айпишнику зашел на модем. Вижу, что он сим-карту не видит. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Значит, есть шанс, то, что все заработает, когда я поправлю сим-карту. Иду к реке. Не успокоюсь, я пока не протестирую все возможные варианты. Интересно проверить подключение антенны. Вот насколько типа она реально подключена. Может быть, где-то контакт плохой. Какое-нибудь соединение. Короче, контакты ужасные. Тут отошло все. Вся припайка. Вот это отошло все, и вот это. Ох, надо все это делать. Ладно. Попытка не пытка. Главное, что начало эксперимента положено. Пора затапливать печь. Накалю щепочек на растопочку.
А знаете, что я думаю? Может быть, все-таки насобирать мне этих зеленых верхушек, которые валяются. Да закрыть всю землянку сверху. Пока оно еще высохнет, не один месяц пройдет. Сюда солнышко так не добирается активно. Зато мой овраг и моя землянка наполнится зеленой краской. А то листочков пока нет, и все какое-то такое унылое, как только солнышко заходит. А так будет большущее зеленое пятно. На ужин буду готовить курицу. Не целиком, конечно, такую большую я. Один не осилю. Хотя, не, наверное, не осилю. Я ее разделю на два дня. И сделаю два разных блюда. Сегодня, пожалуй, я пожарю окорочка. А завтра сделаю фаршированные грудки. Так тому и быть. Спинки потом на бульон можно пустить. А знаете что? Пусть так и будет. Я спинки и крылышки пущу на бульон и поставлю его прямо сейчас. И буду запивать жареные окорочка куриным бульоном. А на утро съем вареные крылышки и спинку.
Вот. И пока бульончик готовится, можно, в принципе, и курицу жарить. Дождик пошел. Не, сегодня прям вообще полноценный. Полноценный день землянки. Все виды погоды. А вот такой вот дождь ночью, это вообще просто идеально. Сейчас теплая печка, бульончик куриный варится. На улице нету ветра абсолютно. Но идет дождик. А из землянки сзади веет теплом. Жарко стало, дверь открыл. Печка все-таки классная. Быстро нагревает. Я поэтому и не буду здесь делать кирпичную. Даже не уговаривайте меня. Кинул дров. Через 2 минуты тут тропики. Это то, что надо просохнуть после дождя. Обогреться зимой. Ну, а само помещение очень хорошо держит тепло, поэтому за ночь, даже в мороз, здесь ничего не промерзает. Печка тухнет, спать нормально. Проснулся опять. Тьфу. Если растопка готова, 2 минуты и тропики. Бульончик готов, пусть настаивается. Так, ну что, долгожданный ужин.
Ну что, жареная курица с куриным бульоном. Приятного аппетита всем, кто будет кушать сейчас вместе со мной. Я знаю таких много. И спасибо вам, кстати, за поддержку. Когда вы пишете то, что очень вкусно у меня получилось и распровоцировало вас тоже на еду. Мне на самом деле очень сильно приятно, что у меня получилось передать атмосферу происходящего. Бульон восхитительный. Какая хорошая идея была. Вместо чая горячий свежий куриный бульончик. Ну и жаренькая курица. Опять сейчас будете спрашивать, почему без хлеба. Кстати, напишите в комментариях, те, кто часто смотрит мои ролики, в каком из последних роликов я кушал с хлебом. Интересно, помните вы или нет? Раз этой теме так уделяю внимание. Ну, не знаете, что еще? Давно я не снимал ролики «Разговоры у огня». Напишите мне в комментариях также вопросы, на которые бы вы хотели, чтобы я ответил. Я думаю, что можно сделать видео, которое будет посвящено именно развернутым ответам на комментарии. Самые интересные и самые популярные комментарии, я думаю, что туда попадут. Пишите в это видео, я пойду снимать. Ну что, ложусь спать. Продуктивненько я сходил, все разведал сегодня. Жаль, только ничего не получилось у меня со связью, но я думаю, что все впереди, и все равно эту тему я добью. Лягу прям так спать. Будет ночью холодно, залезу в спальник. Thank you.